В это воскресенье в России отметили День рыбака. Этот праздник для жителей Лаганского района давно стал одним из главных. Рыболовство в Калмыкии было развито исторически в годы Великой Отечественной. Оно помогло выжить многим семьям. За последние 2 года рыбный промысел в республике развивается. Продукция реализуется как в регионе, так и в других субъектах страны. Руководством Калмыкии принимаются меры, чтобы эта важная отрасль получила достойную поддержку и развитие. В этом году в рамках весенней путины в северо-западной части Каспийского моря, по оперативным данным, выловлено 1098 тонн рыбы, а на внутренних водоемах республики более 22 тонн. Глава республики Бату Хасиков отметил, что рыбная ловля в Калмыкии доступна на протяжении всего года, поэтому рыбалка пользуется большой популярностью. Причем как у местных жителей, так и у туристов. К нам ежегодно приезжают рыбаки из других регионов на Каспий и Волгу, в Цыганоман, где расположены комфортные рыболовные базы. Уверен, развитие этого направления – это хороший потенциал для развития всей туристической отрасли, подчеркнул руководитель региона. До пандемии для лаганцев и гостей региона этот праздник отмечали с размахом. В этом году из-за коронавируса, чтобы избежать массового скопления людей, организаторы вынуждены были отказаться от привычного торжества. Но лучшие в этой отрасли не остались незамеченными. За многолетний добросовестный труд они награждены почетными грамотами и благодарностями от правительства Калмыкии и от руководства района.